Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. И сегодня мы с вами поиграем в игрушку, которая называется Looney Tunes. Это про героев из известной нам компании Warner Brothers. Ну что же, давайте приступим, посмотрим. Игрушка должна быть хорошая. Ну, некоторым покажется, что она больно детская. Хотя, на мой вкус, как мне, самое то, что надо. И что у нас тут? Вы посмотрите, что тут происходит, а? Какой-то пришелец похищает с нашей карты всех героев. Дофидак. Опа, даже его похитили. Скоро землян не останется, и некому будет мешать моим планам. Разве это не чудесно? Ну что ж, дорогой пришелец, я думаю, что это далеко не чудесно. Так, и куда-то он пошел. Смотрите, что у него тут. А это у нас, ну я в принципе догадываюсь, конечно же, это Багз Банни. Я знал, что мне нужно было повернуть налево, в Альбукерке. Понятно. Но, к сожалению, ты не туда повернул, братишка. Извини, док, не подскажешь, как добраться до Пизма Бич? Ой-ой, еще одно земное существо. Полагаю, мне придется применить силу. Ты же понимаешь, что это означает войну? И понеслась у них тут, ребята. Ага. Баня, мы же это так не спустим с рук? Я тоже думаю, нет. Ага. А ну-ка выкуси, братишка. Слушайте, довольно неплохо. Вот это совсем нелюбезно было. К счастью, у меня под рукой есть Реатомизатор. Ничего себе название-то. Так, что он делает? Ух ты! Эй, дружок, тут тебе посылка. Давайте посмотрим, что это за посылка. Ууу, динамит. Ну-ка, ребята, получите. Шикарно. Ух ты, машину сломали ему. Останови эту штуку, дружок. Мы же даже не завершили обучение. Ой-ой. Так, понятно, взорвали, короче. Ух ты, и все герои разлетелись из этой машины. Да, начало довольно неплохое. Ну что ж, давайте смотреть, что у нас тут. Эй, дружок, да, ты. Мне нужна твоя помощь, чтобы привести тут все в порядок. Давай. Конечно, Банни, давай приступим. И тут у нас карта. Чтобы восстановить Looney Tunes, нам предстоит много работы. Приступим. Похоже на ящики, с которыми возился Марвин. Ага, Марвин это тот пришелец, который тут все похищал. Чтобы взломать сейф, нам нужно поместить его в банк. Давай поставим его в лес. Ну, давай поставим. Так, доступен банк. Я смотрю за сейфом, пока он открывается. А, ты присмотришь за сейфом, понятно. Назначить. Для открытия сейфа требуется время. Коснись банка леса, чтобы проверить состояние сейфа. О, да он уже открывается. Открыть. Посмотрим, что у нас тут. И что же у нас тут? Вау! Дофидак, ребята, 5 карточек. Забираем. У нас достаточно частей Даффи, чтобы его активировать. Давай заглянем, что там насобиралось. Я только за. Отлично, ребята, мы с вами можем его открыть. Птица высокого уровня. Имея низкий уровень здоровья, сосредотачиваются на том, чтобы быстро прикончить врагов при помощи сильных атак. Отлично, активируем тогда, ребята, его. И у него скиллы, причем там очень много их. Здравствуй, Даффи. Отличненько. Ох и долго же ты, давай уже в бой. Ты прям не терпится тебе повоевать? Ну что ж, давайте кликнем, что здесь у нас. Давай выберем, с кем драться. Ну что же. Ага, ребята, тут у нас 2 охотничка. Время проделок. Сначала я самая быстрая птица в этом лесу. Ладно, выбираем ребят и в бой. Так, смотрим, что у нас здесь будет происходить сейчас. Ага, 2 охотника, и почему-то они ходят первыми. Так, Банни, ну ты у меня еще цел. Даффи тоже. Надо как-то им ответить. Крайне нелюбезно с твоей стороны, игрок. Выбери целью этого бедного дурачка. Давай, давай выберу. И наковальню.
На-ка, выкуси. Как тебе понравилось? Теперь подарочек, ага. Наш любимый динамит. Отлично, бумкнуло. Один охотник, я так понял, отвоевался. Ну, еще один остался. Что ты там радуешься? Ну-ка, давайте, ребята, еще разок наковальню. Все, по ходу дела, да? Победа за нами. И мы получили 3 звезды. Плюс 25 золотых. Победа с 3 звездами, это означает, что у нас будет новый сейф. Ух ты, шикарно. И что в нем будет? Назначить. Ага, мы в банк леса его поставили. Теперь поставим, ну, двоих, что ли? Ну ладно, хорошо, это они будут охранять его, да? Ладушки. Пока мы ждем открытия этого сейфа, давай заглянем на наши ежедневные цели. Ага, забираем здесь. И тут домовладелец. Постройте дом для новприбывшего. Так. Построить. Это у нас для бани. Назначаем. Если построить для персонажа дом, он может выполнять задания и приносить тебе добычу. Коснись меня. Ну давай коснусь. Перейти. Это что такое означает? Бакс бани действия. Медленнее зайцы я не видел. Ускорься. Ну, бесплатно, да, я так понял? Хорошо. Мы получили какую-то монетку. И у нас опять атака. Тут уже у нас, ребятушки, какая-то курица и Сильвестр, по-моему, если я не ошибаюсь. А что за курица? Я что-то не припоминаю такого. Ну давай, накумарим ее. Отлично. Так, 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 что? Что там Сильвестр делает? Ну, как всегда, из-под тишка. Это его манера. А ну-ка, давайте подарочек. Пускай получат и распишутся. Замечательно. Ты что там делаешь? Ты смотри, елки-палки, Даффи мой проиграл. Да успокойся ты, Сильвестр. Шапку-то еще где-то надыбал такую. Ну-ка, давайте вот этот сейф. Бам. Так, петушок. Да выделывался. Да ты достал уже, ну в самом деле. Так, надо как-то его проучить. Сейфом, да, тоже получается. Отлично, все-таки мы выиграли. 3 звезды, да, ребята, 3 звезды. А, нет, нет, нет. Какая хрупкая птичка. Теряя мультяшку, ты также теряешь звезду. А победа считается небезупречной. Поэтому на этот раз, дружок, без сейфа. Понятно, ребята, нужно безупречно пройти, чтобы получить сейф. А у меня, как вы видели, Даффи подбили. Что я здесь могу сделать, не пойму. Ну, давай кликнем. Эволюция? Ух ты, ребят, тут еще и эволюцию можно делать. Каждый этап эволюции улучшает меня тем или иным образом. На этом этапе я получаю новый навык. Замечательно. Так. Теперь, когда я стал сильнее, можно вновь идти в бой. Пойдем в бой, хорошо, как скажешь. Сундучок не берется. Так, и здесь у нас, ребята, опять Сильвестр и охотник. Ну, давайте выбираем Банни, Даффи и в бой. Так, ну что, у нас новый скилл у Даффи и что же... Ага, вот какой. Так, это что-то новенькое. Отлично. Значит, это массовый урон. Меня это вполне устраивает. Да успокойся ты, мелкий ковбой. Как тебя назвали-то? Дурачок? На-ка, выкуси. Шикарно. И теперь добиваем их наковальней. Сильвестр, отлично. Получил свое. Ну, ты, ковбой, сейчас тоже допрыгаешься у меня. Давайте еще. А, у нас тут сейф. На-ка. Ух ты, он еще выжил. Но мы его добиваем наковальней. Отличненько. Ну, сейчас-то безупречно все. 3 звезды должно быть. И мы получаем сундук, верно? Нет, мы... А, да, мы получаем сундук. Улучшение мультяшек — это путь к успеху. Я с тобой здесь соглашусь. Продолжаем. А сейф нам надо будет обязательно поставить в лес. Или он так откроется?
Поскольку он уже готов к открытию, мы можем сделать именно это в первую очередь. Открыть. Ну и что нам выпадет? И выпадает нам... Ага, карта охотника. Обожаю находить добычу. Мы разбогатеем. Кстати, Даффи, я тоже обожаю что-то новенькое. Мы здесь с тобой солидарны. Все эти бои и победы принесли нам кучу билетов. Давай используем их. Ух ты, тут еще и рулетка есть. Ну, давайте вращать, конечно же. И я получаю коробочку какую-то с листьями. Мы прямо в ударе. Это последний билет, так что ты уж постарайся. Так, а что тут от меня зависит? Тут ничего я сделать не могу. Еще части персонажа. Как только соберем достаточно, можно активировать этого персонажа. Честно говоря, я немножко проглядел, кого мы там получили. Ну вот, билеты закончились. Давай взглянем на наши ежедневные задания. Выполни их и получим призы. Ежедневные цели позволяют получать больше призов и делать много чего интересного. Ага, забрать домовладелец. Это мы выполнили. Так, тут тоже мы выполнили, тоже забираем. И потом крутизна, тоже выполнили. Два раза крутанули это колесо. Это золотой билет. Держу пари, он нужен для самых богатых на призы колес. Так, это то бишь, жду не дождусь, когда мы крутанем золотое колесо. Там дают лучшие призы. Вау. Я в таком восторге. Ты только посмотри, давай уже. Ну что ж, давай, я крутану. И... Так, 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 отлично. Это же был самый первоклассный из персонажей. Давай уже его освободим. Я немножко опять просмотрел, кто это был. Ну, думаю, сейчас мы это с вами и увидим. Наша энциклопедия. И здесь у нас... Ой, как блестит. Должно быть редкий персонаж. Это же у нас Сильвестр. Нет, нет, ребята, это не Сильвестр. А кто же? А, нет, Сильвестр ковбой, точно. Чё я, вру-то? Да. От... 3 звезды у него, неплохо. Окей. Давай дадим ему немного зелий опыта, заработанных в боях, чтобы сделать его еще сильнее. Так, ну что ж, придется потратить. Принимаем. Я чувствую, что мы делаем большие успехи. Обучение должно быть подходит к концу. Отличненько. Так, опять в бой, да, значит? И на этот раз у нас охотник и петух. Давайте выставлять наших персонажей. Да, Сильвестр ковбой-то неплохо 4 звезды имеет. Наверное, какой-то суперский. Давайте глянем, что он умеет. Бык какой-то. Ну, давай. Здорово. На! Получил от быка люлей. Давайте массуху теперь. Гипноутка. Отлично. Так, Баня, теперь твоя очередь. Давай подарочком им забомбим. Ну что же, охотник, все, готов. Остался вот этот петух у нас. Что ты ржешь, придурок? На-ка, плеткой получи. Ух ты, неплохо. 272 урона. И наковальней мы его добиваем. Все, да? Победа наша, причем безупречная. Я требую сундук. Так, 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 так. Что я тебе говорил? Более сильные мультяшки повышают шанс на безупречную победу. Ух ты, сундук какой. О, это сейф вроде получше, чем те, что были у нас. Держу пари, добыча в нем тоже лучше. Вы посмотрите, какой сундучок, золотой. Ну, давай, давай, вскрывайся. Давай уже ускоряй. Чем больше сейф, тем крупнее приз. Пока нам все это дают бесплатно. И? Ну, не томи. Так, Сильвестр, наковальня. Сейфы бывают разных видов. И в тех, что реже и больше, добыча лучше. Ага, понятно. Блин, одна карточка Сильвестра. Но там какой-то другой уже, не ковбой. А, видимо, какой-то, как он, бойскаут. Что-то более на это похоже. Ух ты, вот это мы дали. Скажи мне, под каким именем мир должен знать о тебе? Ну, естественно, под моим же ником. Только, ребят, что-то я не могу понять. Вроде переключаю раскладку. Вот. Так вот должно быть. Принимаем.
Ну хорошо, ты знаешь, как тут все работает. Смотри свои цели, участвуй в боях, развлекайся. И вы меня покидаете, ребята? Ёлки-палки, как же я теперь без вас-то, а? Потянули, справлюсь ли? Будем стараться. Открыть. И что тут? 5 карточек, ребята, охотника. Плюс листья, магнит и монетки. Наша энциклопедия. Вау. Мы можем открыть. Эльмер Фат. Сбалансированный защитник. Отлично. Значит, это у нас охотничек. Да, с одной звездой. Что ты там тихонько мне говоришь? Никаких тихонько. И перестрелка и защитная стойка. Потом у него там викошет, метка охотника. В общем, скиллов у него тоже тут будет достаточно. Даже не знаю, что и сделать. А что это такое вот у нас сбоку? Давайте посмотрим вот это вот. Лес, студия Warner Brothers. А, это, видимо, подразделы, да? По ходу дела. Кто где живет, что ли? Или что-то в этом роде? Пока мне этого непонятно. Поднять сможем уровень парнику, нет? Это, видимо, слабенькие зелья. Так, что-то я немножко не пойму. Ну вот я делаю. Принимаем. И ничего вроде бы как не произошло. Надо будет над этим хорошенько потом поработать. Выкопать ямку. А, это нора Бакса. Точно, у нас же нет для него этого домика. Ускорить. Может быть, просто подождем. Некуда нам пока спешить. Доступен банк. Но у меня нету сундуков, которые я могу сюда поставить. Жаль, конечно. И так, а это у нас колесо. Но у меня нет жетончиков, так что пока бесполезно его применять. Так, а здесь-то? Я не знаю, или в бой пойти снова. Ага, тут вот что, ребята. Ёлки-ты-палки. Рере, Эрик, Коди. Вы время проделок. Но это уже, по-моему, реальные игроки, насколько я понимаю. Ну, даже не знаю, может быть, самого слабенького взять. Вот этого, самого первого. Возьмем сразу, наверное, всех героев. Их 4 можно взять. Так, Даффи, Охотник, Сильвестр. Вот так вот, в бой. Тут я должен, в принципе, их накумарить. Не стучи, я и так все понимаю. Давайте начнем с быка. Так, на петуха. Быка на петуха, нормально сказал. На-ка, выкуси. 384 урона, неплохо. Да, гипноутка. А там, кстати, по-моему, еще какой-то был скилл рядом. Уточка, я так и не понял. Да ты заколебал, ну в самом деле, а? Сильвестр, угомонись. На, вот подарочек лучше вам. Угощайтесь, бесплатно. Шикарно. Ну, урон, правда, маленький, но тихо-тихо, провокацию он делает. А ну-ка, выстрел. Вот так вот. Все, провокация тебе не помогла. Кнутом. Что? Ты видел его физиономию, что он сделал сейчас? Вот это что за уточка? Почему-то она не активируется пока. Видимо, это будет какой-то потом бонус или еще что-нибудь в этом роде. Ну и 3 сундучка. Ой, 3 звездочки, значит, мы зарабатываем сундук. Отлично. И, как видите, мы зарабатываем с вами билетики. Надо будет их потом, естественно. А куда я их потом потрачу, я даже не знаю. Так, ну что, сундук мы, наверное, назначаем в лес. В банк леса, я имею в виду. Так, подожди, я нажал куда-то не туда, наверное. Ладно. А, это мы на защиту этого сундучка выставляем наших персонажей. Пускай защищают. А что, получается, будет за ними кто-то нападать? Охотиться, получается? Это мы тоже с вами увидим немножечко попозже. Что мы еще можем с вами здесь сделать? Так, ну, понятно. Камеру можно приближать и отдалять. Это все понятно. Это хорошо. Сундук у меня будет открыт через 4 минуты. Значит, мы сейчас будем с вами строение. Так, построить дом утка Даффи. Естественно, будем ставить дом. Открыть.
Ну, я не знаю, стоит ли алмазик тратить-то. Так, больше пока нет, да, строений? А, нет, есть. Дом охотника я могу влепить. Так. То есть у трех персонажей уже есть дом. Перейти. Почистить дробовик. Ага, это у них такие задания якобы, да? Ладно, пускай чистит дробовик. А ты что у меня? Восхититься собой? Ну, восхищайся. Мальчик на побегушках. Давай забираем, мы выполнили. Ух ты, я получил уровень. Ёлки-палки, 5 карточек пигиса получил. Ну, свиньи точнее. Так, где у меня... А это что такое? Это какая-то карта, ребята. Доступен банк. Я что-то немножко не понял. Куда я попал-то? Открывается. И получаем мы отсюда что? Что-то вообще ничего не получаем. 10 монет. И усиление. Ну что же, ребята, очень-очень... Довольно неплохая игра, рисованная, довольно много юмора. Я думаю, что, наверное, вам понравится. В общем, сделаем так. Если она вам понравилась и вы хотите, чтобы я дальше ее снимал, пишите в комментариях, чтобы я продолжал, или ставьте лайки. Так, ну что, ребята. Ага, давайте вот откроем еще Пина. Пига, Порки Пиг. Так, тоже неплохой персонаж, сбалансированный. И довольно неплохие у него должны быть скиллы. Такой скромняшка. Ну вот, теперь ты у меня цветной. Ну что же, ребята, ладно, на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующих сериях. А на этом все. Всем пока и до скорого, ребята.